Привет всем, друзья! Ну вот, Люба, только что приехала. Мне повезло, поезд остановился, сошла с перрона, и у нас недалеко остановка автобусная, и автобус подъехал. Нужно мне было такси, и вот. Вот моя деревня, вот мой дом родной еще. Ну, до дома немножечко остался. Вот мой парк. Иду по парку. Птички поют. И, ой, я как космонавт, правда. Такое ощущение, что я полгода не была дома. Потому что я ждала 7 часов пересадки. Ждать и догонять даже больше. 7 чем-то. Или ровно 7. Но неважно, все равно показалось вечность какую-то. И вот, друзья, я приехала. Птички поют в парке. Наверное, вам тоже слышно, да? Вот. И комарики кусают. Так что я дома, кто переживал, даже те, кто у меня есть... Ой, комары. Те, кто у меня есть на WhatsApp, те, кто переживал. Все, я доехала благополучно. Вот. Всем спасибо, обнимаю экваторно. Все, до встречи, друзья.